Русский музей. Здесь открылась выставка живописных и графических работ Евсея Евсеевича Моисеенко. Персональная выставка – всегда волнующее событие в жизни художника. В удивительный мир вводят его произведения, представленные в экспозиции. В его творчестве слились воедино история и современность, фантазия и реальность. Мальчишкой в белорусской деревне Моисеенко увидел опаленных огнем бойцов за советскую власть. Любовью к родной земле, к ее людям проникнуты многие произведения художника. Война навсегда осталась с ним. Участник Великой Отечественной, Моисеенко создает такие замечательные произведения, как «Победа», «Ветераны». Эти картины вошли в художественную летопись всенародного подвига. Творчество Евсея Евсеевича Моисеенко получило широкое признание. Он удостоен высоких званий народного художника СССР, лауреата Ленинской премии.